одно и то же. Все, такой урод, блин. Это чисто Спайдермен. Трогай мою елду, у меня нога такая. Так, 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 трясется, типа устал. Трогай, сейчас я еще вот так сделаю, стоп. Елду надо раскрутить. Спонсор видеомагазина EpicCase.ru. Здесь вы можете найти ключи и аккаунты для популярных игр за маленькую цену. Ссылочку ты найдешь в описании. Так, всем доброго времени суток. С вами Морган и Труман, и мы играем в крутую игру. А я могу себе ногой отдрочить? Да ты вообще все уже, смотри. Смотри, какая у тебя эта елда, чудо, крутятся там. О, да, я настоящий кавказец. Давай, давай. Я почти оседлал его. Кавказец. Сейчас, я его оседлаю. Сука, я тебя оседлаю, мудак. Где ты, овца? Вах, сейчас я попер. Я сейчас залезу по своему мужику. По своему мужику, блин. Ты сам себя схватил за член, у тебя банда геев. Да ладно, ты вообще отсюда. Ну я хотя бы зоомастер джедай. Че своему чуваку по членам по лбу бьешь? Во, залазь мне на руку прям. Я ползу. Ого, да ты вообще как Спайдермен научился, как будто. Мой там одинокий горец висит на жопе козла. Я его зря использовал, считай. Козел, у козла еще такое лицо, типа, ну вот. Типа идиот тут. Фейспалм. Паника такая. Ля, ты вообще осьминожка. Я е под спайсом. Мужицкий мост надо строить. Да это супер люди, не знаю, из них можно мосты строить. Ой, я стесняшка. Да ладно, ты какой-то демон накуренный. Да я стесняшка такой. О, ты не надо на мой кулак свою елду сажать. Сейчас будут элементы фистинга тут. Да тут и так уже они есть. Балерина. Нигер, почему у тебя не по колено она такая огромная? Ну да, чтобы еще можно было ей цепляться. Да, еще да, отдельная кнопка появляется. Ого, у меня самый большой рот. Нет, 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 нет! Бедное лицо козла, оно столько членов трогает. Даже Саша Грей, наверное, меньше трогала. О, бля, у нее банан, короче, вместо семечки. Банан! Расизм такой, чисто адовый. Зигующий негр, это забавно. Еще и с бананом. Давай, соберись, просто соберись! Кнопки путают. Просто представь, что ты этому обучался 300 лет, и у тебя все выйдет. Давай! 1, 2, 3! Yeah, Спанч Боб Сквэрпэнс. Да ты вообще, вот ты лютый какой-то. Чисто этот спорт по душе, я не знаю. Реально, если такое появится, иди на него. Ты такой, через козла такой перекупил. Заклепился такой. Так. Давай, держись за рога, чувак, и все выйдет у тебя. Все будет просто ништяк. Все будет просто ништяк. Ого, Халк! Халк ломать! Халк ломать! Это, знаешь, вторая версия Халка. Нового пытались сделать, чтобы того Халка напинать, но он вот такой. Убейте меня! Это все, Макс, это провал, это я тебе говорю. Это Халк ДЦП. И голые мужики, они дергают друг друга за елдаки. Давайте, негры-близнецы. И на неграх вообще мир будет строиться потом. Ну да. Такая, там, знаешь, это тонкая шутка. Дружим с неграми, так что. Ну я тонкую шутку сейчас использовал.
Почему она тонкая? Ну, негры строятся. А! Мужицкий небоскреб. Чисто для суровых мужиков. Нет прохода бабам туда. У нас там это... Как это называется, когда баб не любишь? Сексисты? Ну да. Или гомики? Гомики и сексисты, короче. Фу, член. Фу, член, да. Как Хованский. Да. Хованский не любит члены. Но он всегда почему-то говорит, фу, член, я не гомик, я не люблю мужиков из-за членов, а так бы любил. А, ну да, да. Он да, только сосется с ними, ничего больше. Ой, да ничего не унижен, это нормально. Унижен. Да нет. Ладно, я посмотрел на тебя в реале, если бы у тебя над головой елда бы висела. Я бы орал, нет, уберите ее. Все, теперь ты проиграешь. Ну, да, 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 у тебя тем более лицо в какашке. Да, да, да. Да ладно, это знак Гарри Поттера вообще-то. Член, это ужас. Крадущийся на крыльях ночи. Крадущийся член. Давай, давай, оттянись. Тебе супер повезло просто. Так, теперь вся надежда на меня. Понятно все с тобой. Молодец! Нет! Нет! Получи! Ну все! Я иду! Ты не сможешь! На тебе, понял, моим членом, сука! Это ты! Это твой тип, то есть, ого. Я такой в шоке, и ты тоже в шоке, и тот в шоке. О да! Ты хватит издеваться. О да, сука! Ты жестко издеваешься. Я тебе... О! Вот, только не надо своим циклопом мне в голову втыкаться. Если хочешь посмотреть какие-нибудь прохождения на ютубчике, то заходи на Halet Games, чувак. Там чувак другой, ну не ты, а тот чувак, играет в разные игрушки, короче, записывает летсплейчики. Ссылочка будет в описании. Умеешь ли ты делать битбокс? А ты такой говоришь, но. Не, я говорю, давайте попробуем вот сейчас. Отличный битбокс, просто шикарный. И все в туалет захотели. Ну да, все такие. Такие, знаешь, как в Саус-Парке. Такие. Трясет аж. Потом по новостям показывают, типа, вот. Да, Волгодонск, точнее, зрители Ютуба обосрались. Из-за чувака из Волгодонска. Да. Ты такой палишь, такой, новости Волгодонск. А чё я такой, а чё? Я обучался этому искусству у бабушки. У бабушки?